Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Чужой против Хищника 2». В последней серии мы устроили ряд диверсий на этой базе врага, и теперь нам нужно как-то все еще выбираться отсюда. Но я думаю, для этого нам придется совершить достаточно много действий, потому что задача не из легких. Так, тут закрыто. Check the crew quarters. There's an emergency panel at the end of the hall. Override it and you can gain access. Crew quarters. Так. Добрый день. С людьми-то не страшно. Хотя стрелять интересно. Уж боевики монолит всегда умели делать. Так, найдите лабораторию имплантации 2. Не оно. Не оно. Нам, видимо, сюда. Так, система взлома у нас на кнопке. Нет у нас системы взлома, надо, видимо, ее найти. Вот это место напоминает прям какую-то компанию с корабля, как он там назывался, из первого «Чужого». Прямо один в один. Доступ к ядру. Ой! Да как же так, а? Блин, даже двери в этой игре хотят моей смерти. Ладно, хоть у меня есть привычка сохраняться через каждые 5 секунд. Так, а тут у нас что? Ага, закрыто. Тут тоже можно было бы взломать, если бы у меня было чем. Закрыто, закрыто. Закрыто, понятно. Так, блин, чё я парюсь-то? Сохраняемся. Похоже, оно то самое, да, он имплантации, лаборатория. Да тоже из пистолета, что ли, доктор? Все, кончились. Так, это что? Ладно. Патроны к пистолету. Еще патроны к пистолету. Отчет неизвестной персоны археологической экспедиции Ю-425. Неожиданная ксеноморфная активность. Они обычно неактивны на протяжении дня. Факт физической боли отмечен 3:15 после полудня. Стража дропшипа прибыла на 7 минут позже. Два синтетика восстановлены. Эллисон Уокер, класс специалист 1, Питер Грейвис не были найдены. Стрёмные дела творились тут, могу сказать. 3 октября. Генерал Рыкова от доктора Эйзенберга. Я понимаю, что мы потеряли реликвии из Z-сайта. Для меня важно
из этого сайта, это значит, они неправильно перевели, это значит из с места раскопок Зета. Для меня важна только одна вещь, затерянные артефакты. Они, это, конечно, очень важно, но, это вне, но они вне моей досягаемости. Я надеюсь, вы понимаете, что это не относится к нашим экземплярам. Наше соглашение станет довольно-таки натянутым, если обнаружу, что эти типы исчезли по какой-либо причине. Ладно. Все, похоже, уходим, что ли? И ради этого я сюда ходил. Так, подожди, я отсюда пришел? Блин, с этой чувствительностью на мышке постоянно паришься. Так, Крюкотерс. Тут вообще непонятно, что. Можно пойти наверх. Хорошо. Так, центральный элеватор. Нам нужно найти лабораторию имплантантов. Идем прям как Рембо. От хоррора отдыхаем пока. Ты будешь стрелять, нет? Не будешь? Ну и хорошо. Умно решил. Еще есть? Вроде нет. Так, ну что рассказываю, как докатился до жизни такой. Дорогая Мартин, мне пришлось тебе написать. Я думаю, что что-то не так. Мой друг Адам Пост был обвинен в потере, возможно, даже в воровстве артефактов из лаборатории. Я уверен, что это не он, потому что он был в это время со мной. Но его карточка показывает, что он находился в это время там. Он думает, что в этом замешан Рыков. Я чувствую себя не очень приятно от идеи похода к доктору Айзенбергу насчет этого вопроса, но я уверен, что он хочет знать. Я уверен, что это серьезное нарушение охраны. Вы сможете мне в этом помочь? Да, ребята, у вас проблемы были очевидны. Так, это что, это то, что я думаю? Да, это то, что я думаю. Отлично. Ваш друг доктор Флеминс написала мне сегодня. Она не поняла важность Рыкова и его реальную цену. Из полицейского вышел хороший телохранитель до тех пор, пока от него не потребует грабить банк. Так, понятно. Наполовину уголовников наняли, короче, для охраны и радуюсь. Добрый день. Так, не сюда. Куда-то мне, по-моему, сюда. Нет. Нет. Крюкотерс опять. Блин, я хожу кругами. А, ну где-то здесь она была. Ты где? Раздевалка. Ботиночки, патрончики. Сентябрь. Так, ну это прочитайте на паузе, потому что, блин, много текста. Ага. Вон оно что, Михалыч. У нас патрончики, хорошо. Во, вот это хорошо. Так, отходняк после вчерашнего, день Нового года. Скоро у нас то же самое будет. То, что я им хочу отметить, как что-то, что у меня появились сомнения по поводу Ди. А, так это то, что у меня появились сомнения по поводу Ди. Я сейчас зачитываю что-то. Она обидчива. Давай, брак велик, не так ли? Я следовало бы бояться.
Я бы сказал, что я даю большое обещание. За ее глазами ты бы подумал, что я бы предпочел иметь возможность нанять воришку. Просто нервничаю, я напишу ей другую записку, она любит записки. Ребята, промпт не рулит. Промпт это, по-моему, последнее дело. Что ж вы так... Чё пугаете ты меня? Блин, как много взламывать. Хорошо. Отлично. Так мне уже не нужно. Дайте мне, блин, автомат, пожалуйста. Так, патрончики. Ну и последнее. Ничего хорошего, только время потратили. Так. Я не понял. Что, все занято, что ли? Ой. Ты откуда тут взялся? Так, ладно, пора заканчивать, короче, этот цирк. Надо найти уже эту лабораторию. Я не помню, честно говоря, в какую сторону нам идти. Но куда-то, по-моему, сюда. Нет, не то. Читаем на паузе. Подожди, это Дмитрий. Это Дуне посвящено. Давайте почитаем. Мой лютик, моя дорогая сладья. Моя маленькая оладья. Любимый из любимейших, я скучал по тебе прошлой ночью в дозоре. Ночь так тяжело переносить без моего ангела. Мысли о тебе согревают меня. Я брежу тобой, представляю тебя. Моя вторая половина, мой дьявол, моя невеста и скоро моя жена. Помни обо мне, когда я не рядом, и думаю о том, чем мы займемся, когда я вернусь. Чем бы вы занялись, интересно? А, вот, взяли, наконец. Честно говоря, методом тыка. Методом тыка. Так. Так, хорошо. На каком нафиг внутреннем лифте спуститься? О чем они вообще? Тут что ли где-то? Я что-то, блин, запутался на этой локации. Нам, похоже, вон туда надо, да? Вот он. Точно. Хорошо. Пока что мы все делаем, судя по всему, правильно. Так, синтетик. Два синтетика. Или нет? Или это просто ученые? Не совсем понятно. Диск на столе. Так, не то. Вернитесь к главному лифту. То есть нам опять наверх подниматься надо, да? Видимо, тупо идти назад. Ой, сколько вас.
Еще есть желающие. Блин, серия чисто боевиковая такая получилась. Так, сейчас нам нужно к лифту. Хорошо. Лифт у нас... Где у нас лифт? Так, от него. Alright, looks like the elevators are back online. Hurry! Вот он. Добрый день. Подожди. Сейчас, секунду. Так, ну вроде спаслись. Фу. Не особо сложно было. Враги тупые. Это позже у них в играх появились враги. Уровня, скажем, клонов, солдата Эсфира, но пока что враги были туповаты. И, в принципе, я думаю, на этом и завершим эту серию. В следующей продолжим выбираться. Мы все как не можем отсюда выбраться уже в третью, по-моему, серию. Но это все будет следующее. Надеюсь, вам все нравится так же, как и мне. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.